система. А эта система... Вот так с помощью обычных ленточек педагог наглядно демонстрирует целостность периодической системы Менделеева. Ирина Седых, учитель химии 22-й гимназии, по результатам жеребьевки проводит мастер-класс первой. Волнение от коллег было не скрыть, однако перебороть это чувство получилось. Для нее каждый урок – это маленькое открытие. Свое выступление решила построить на основе интеллектуальных задач. Интеллектуальные задачи – это не просто задачи, это задачи, которые в себе содержат эксперимент, которые в себе содержат исследования. Они... зажигают, они удивляют, и они делают нашего ученика самим участником научного открытия. А это учитель английского языка 12-й гимназии Елена Плеханова. Все 7 лет работы она постоянно в поисках новых идей. На мастер-классе решила показать форсайт технологии. Мы ищем его! Замечательно! Сегодня у нас с вами есть задача. Мы должны поделиться нашими знаниями и умениями, которые мы применили на экзамене, с теми, кто будет сдавать его после нас. Этот метод позволяет школьникам заглянуть в будущее. Его изюминка в том, что ученик ставит перед собой четкие задачи для достижения определенного результата. Эта технология позволяет ребятам сконструировать свое будущее, как бы прожить его и увидеть, к чему же стоит стремиться на уроке, а может быть и в отношении своей будущей профессии. То есть технология охватывает разные сферы жизни ребенка. И я думаю, что она будет полезна моим сегодняшним коллегам, которые здесь собрались. Показать свои лучшие разработки, поделиться опытом и рассказать о заслугах – это, пожалуй, главные задачи конкурсантов. Побороться за звание «Учитель года» в основной номинации смогли 6 человек. Когда позади отборочные этапы, самое сложное – это выступить перед опытными коллегами. Учителя показали мастер-классы и участвовали в открытых дискуссиях. Ежегодно, когда мы смотрим мастер-классы, мы видим совершенно уникальных, талантливых, способных, готовых педагогов города Белгорода двигаться вперед и добиваться замечательных и значительных результатов самим и помогать своим детям достигать таких же результатов. Необходимость этого конкурса доказана десятилетиями. И самое главное – это рост профессионального мастерства. Имя победителя конкурса для опытных педагогов станет известно на этой неделе. А сегодня стартовали испытания для учителей со стажем работы до 3 лет в номинации «Педагогический дебют». В отборочном этапе участвуют 23 человека. Второй блок конкурсных испытаний для молодых учителей – это уроки, которые они дадут на базе образовательных учреждений города Белгорода. И финальным мероприятием для тех, кто пройдет финал, станет защита педагогического проекта. После подведения итогов по 2 номинациям станут известны победители городского конкурса профессионального мастерства «Учитель года». Эти педагоги представят Белгород на региональном этапе. Диана Калединова, Павел Емелин. К этому часу. Белгород.